Приветствую вас и отвечая на вопрос, который вы задаете, я скажу так. Смягчение. Когда человек грубо общается с женщиной, вот в вашем примере, и резко меняет тон, он чувствует, что если будет продолжать вести такой же диалог в том же ключе, то это будет грубость, неучтивость, возможно, даже оскорбление. А мужчина не хочет отталкивать от себя значит, женщину, и поэтому смягчает свой тон, чтобы как-то, ну, знаете как, сгладить углы, чтобы как-то проявить обходительность няни. Вот сказал кто-то грубое, такой, да я пошутил. Именно это является причиной резкого смена тона у мужчин. Что свидетельствует о неплохом развитом интеллекте, о том, что женщина ему дорога. Другой вопрос, почему дорога? То есть, если мужчина груб, то это означает, что он скорее всего, склонен к доминированию в отношениях, к диктаторству, возможно, соответственно, к тому, чтобы подчинять женщину. А таких мужчин современные женщины выносят не так-то легко, как раньше, потому что время меняется, и все больше и больше женщин сейчас борются за свои права, за независимость и все такое, и поэтому таким мужчинам очень сложно. И если по какой-то причине этот мужчина посчитал, что вот эта женщина может его принять, то смягчение тона, соответственно, сглаживание углов, можно говорить о том, что мужчина таким образом как бы показывает, что ну я не такой грубый, я не такой плохой. Я могу и посмеяться, я могу и нежно быть, только будь со мной, пожалуйста, не уходи. А вот такой будет ответ на ваш вопрос. На самом деле, причин для смены тона может быть и, ну, могут быть еще они и другие причины, например, перепад настроения мужчин и там это скорее психическая особенность или психическое отклонение. Отношение к тому, о чем говорится в беседе. То есть, если мужчина кто-то задевает, он говорит грубо, а потом как бы сожалея о том, что он сказал именно так, именно вот в такой форме, да, он как бы пытается сгладить свою вину, принизить свою вину, поскольку попросить прощения за подобную резкость у него не позволяет гордость. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.